Сегодня мы с вами говорим о встрече Нафанаила с Иисусом Христом. Мы видим, как Иисус дает веру Нафанаилу. Это поразительно, на самом деле, потому что ведь Нафанаил начинает с колоссального предрассудка против Иисуса, потому что Иисус из Назарета вот этот вопрос о предрассудках, связанных с регионами, это действительно большой вопрос. Это большая проблема была тогда, столь же большая проблема это и сегодня. Очень тяжело нам принимать тот факт, что человек важный, человек, который имеет особый дар Божий и который является даром Божьим, возможно, и для нас, может быть, происходит из региона, на который мы смотрим сверху вниз поразительная иллюстрация, поразительный пример этого Евангелия от Иоанна 4 глава. Иисус встречается с женщиной-самарянкой. И обратите, пожалуйста, внимание, что Иисус показывает Нафанаилу, что знает о Нафанаиле то, чего обычно люди не знают. Он заглядывает в его сердце. Он видит, что в сердце нет обмана, нет лукавства. Когда мы считаем чудеса Иисуса Христа, когда мы читаем Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна, мы просто считаем, складываем вместе все чудеса Иисуса Христа. Получается, что у нас в большинстве списков 30 чудес. Нет, простите, 35 чудес. 35 чудес и 30 притч. Но когда мы изучаем все, что сделал Иисус, мы понимаем, что сделал Он гораздо больше сверхъестественного, чем эти 35 чудес, например. Он читает мысли. И это сверхъестественно. Значит, это чудо. Он прочитал мысли Нафанаила. Он заглянул в сердце Нафанаила. И когда вы посмотрите на список чудес сотворенных Иисусом Христом, вы этих событий в списках не найдете. Поразительно, что в начале Евангелия... Иисус смотрит в сердце того, кто станет учеником, и говорит, нет в тебе обмана, нет в тебе лукавства. И имя этого человека Нафанаил. Это Иоанн 1 глава. В конце же Евангелия, в горнице Евангелия Иоанна, 13 глава. Иисус смотрит в сердце того, кто был учеником все время на протяжении трех лет, и говорит, А в этом сердце есть лукавство, там есть обман. Этого человека звали Иуда Искариот. Это чудо, что он заглянул в его сердце, прочитал его мысли. Но обычно эти чудеса не учитываются, не включаются в списки чудес. Когда Апсалмопеец приглашает нам, нас испытать Господа и познать, что Он благ, когда Бог приглашает нас ощутить Его благость а, через собственный опыт, а не через рассказы других, мы понимаем, что этот человек, Иисус Христос, объясняет, и кто мы такие. Он знает нас. Он может рассказать нам о нас самих. Он может представить нам самих себя. Так было во время встречи с Нафанаилом. Итак, Иисус сказал Нафанаилу, «Ты израильтянин, в тебе нет обмана, нет лукавства. Я видел тебя под смоковницей, прежде позвал тебя Филипп, в результате Нафанаил приходит к вере. Он говорит, ты царь Израиль, Израиля, ты сын Божий. За очень короткое время он проходит огромный путь. От человека, который говорил, может ли из Назарета быть что-то доброе, до того, чтобы поклоняться ему как царю, как сыну Божию. Этот фрагмент важен еще по одной причине. Именно в этом фрагменте мы с вами находим то, что можно назвать лозунгом ученика или кредо ученика, или мировоззрением ученика. Каково наше мировоззрение, какова наша философия как учеников, чему посвящена наша жизнь? Обратите, пожалуйста, внимание на глаголы в ответе Иисуса Христа Нафанаилу в 50 стихе. В 49 стихе Нафанаил говорит: Рави, Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. Иисус сказал Ему в ответ, 1.50, Ты веришь, потому что я тебе сказал. Давайте сначала остановимся на глаголе Я сказал, когда Иисус что-то говорит, Сказал. Я видел Тебя под смоковницу. Ты веришь. Мы дальше будем говорить о глаголе веришь. Иисус говорит, Я сказал. Ты веришь. Дальше Он говорит, Увидишь больше всего. Так вот, какая мысль? Иисус ему говорит, Я сказал, что видел тебя под смоковницей, по этой причине ты веришь, ты увидишь больше, чем это. Почему же важны эти глаголы? Потому что именно они составляют собой а, принцип ученика, посвященность, посвящение ученика, философию ученика. Иисус говорит, Я верю. Я увижу. Вот это лозунг, это философия. Это кредо последователей Иисуса Христа. Как же смотрит на все это мир? Мир говорит так. Если я увижу то, что ты говоришь, тогда я поверю. Мир возлагает авторитет именно на свои чувства, на свое восприятие, на свою рациональную интерпретацию, того, что они видят, того, что они слышат вокруг себя. Ученик же рассуждает по-другому. Мы доверяем тому, что говорит Иисус Христос. Пусть Он самый истолковывает для нас. Помните, что сказал Иисус дьяволу в Матфея 4? Написано. И мы, как ученики, говорим «написано». Или «Иисус так сказал». И раз так сказал Иисус, все понятно, все решено. Как определить, в каком направлении в жизни идти, куда шагать, куда отправляться, что делать, чего не делать? Датский философ говорил о вере, как о прыжке в темноте. Нет, это, конечно, не прыжок в темноте, это хождение во свете псалмопевец говорит о, говорит о том, что Слово Твое приносит свет. Слово Божие, Слово Иисуса Христа приносит свет, и мы входим в этот свет. Так что это не прыжок во тьме и не прыжок во тьму. Это хождение во свете. Да, иногда мы летаем в темноте, но как мы знаем, что нужно лететь в темноте? Как мы знаем, куда лететь? А, ну, потому что мы доверяем навигационным инструментам. В Америке есть очень известная семья, семья Кеннеди. Наш президент с 1961 по 1963 год был Джон Кеннеди. Очень такой моложавый, замечательный, один из наших самых молодых президентов. Один из троих наших самых молодых президентов. И а, у него была очень гламурная жена. У них был очень симпатичный сын. Звали его Джон Кеннеди-младший. И его лицо украшало обложки большего числа журналов в Америке, чем лицо любого другого мужчины. Так вот, была трагедия. Он умер, когда ему было немногим за 30. Умер он, потому что он летел на свадьбу своего двоюродного брата. Он вел самолет, он управлял самолетом. Он летел из Нью-Джерси в Массачусетс, Ему нужно было пролетать над массачусетским заливом. Залив-то был небольшой, не широкий, но все же залив. А была ночь, Луны не было. Он вылетел поздно, он должен вылететь заранее, был, он должен был вылететь днем, но вылетел уже в темноте. По крайней мере, начинало темнеть. В Америке бывают ä, два типа лицензии прав на управление самолетом. самолетом. Во-первых, есть ä, права, которые разрешают управлять самолетом только днем. Друга, другие права ⁇ это права, которые разрешают управлять любое время, когда вы умеете пользоваться навигационными инструментами. Так вот, у Кеннеди была только лицензия, только права, разрешавшие ему управлять самолетом днем. Но он взлетел и было темно. И Луны не было, а облака были, то есть он даже звезд не видел. И он не мог ориентироваться по линии горизонта. Он не знал, где вверх, где низ. И вот а, в самолете, когда летишь в самолете, если не видно горизонта, то ты не знаешь, в каком ты положении. И вот он был в таком положении, а думал, что он в таком. И ему казалось, что он а, ведет самолет вверх, а он увел его вниз. И он уперся в воду, ударился об воду. И, ударившись об воду, он, его жена и сестра его жены погибли. И вот это красивое лицо, это тело кремировали. Его поставили в урну, и урну эту опустили на дно массачусетского Залива. Почему? Потому что он не умел пользоваться навигационными инструментами. А было темно. По этой причине он летел а, головой вниз и случайно убил и себя, и жену, и сестру своей жены. Знаете, мы тоже не, не видим в темноте. Но Бог дал нам инструменты, Бог дал нам средства. Вот это и есть тот инструмент. И таким образом мы видим в темноте. Словом Божьим мы также выходим в свет, и мы знаем, куда нам идти, что делать, чего не делать. Мы знаем, какой путь ведет к смерти, какой путь ведет к жизни. Жизнь и свет приходят через слова Иисуса Христа. Иисус сказал Нафанаилу, «Потому что я сказал, ты веришь, и ты увидишь». Поскольку Христос говорит, мы верим. И поскольку мы верим, мы увидим, мы увидим что то, что сказал Христос, — истина. В этом фрагменте мы с, вами, мы с вами обратили внимание на связь между Иаковом и Нафанаилом. Иисус устанавливает эту связь, потому что он называет Нафанаила Израильтянином, потомком Израиля. Он называет Нафанаила Израилем. Вот говорит: А вот израильтянин, в котором нет обмана, нет лукавства. Известный а, шотландский исследователь Фредерик Брюс объясняет это так: Вот Израиль, в котором нет Якова, потому что Яков был обманщиком. То есть эту связь представляет нам сам Иисус Христос связь с Иаковом. И эта тема на самом деле появится снова. Потому что Иисус в самом конце этой главы скажет еще об одной связи с Иаковом. Обратите, пожалуйста, внимание, что он говорит. «Я сказал тебе, что видел тебя под смоковницей, поэтому ты веришь, но ты увидишь и больше всего». Что же это «больше всего»? Ответ в 51 стихе. «Истина, истина, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Яков был обманщиком, он, среди прочих, обманул своего отца, и поскольку он обманул своего отца, эксплуатировал слабость и глупость своего брата и забрал себе право первородства, брат пригрозил его убить. И Звали этого брата Исав. Исав. И вот Иакову пришлось убежать. И 28 глава книги «Бытие» описывает величайшие события жизни Иакова. Он убегает из Ханаана, он возвращается в дом семьи своей матери, и он не знает дальше, куда бежать. И 28 глава, он ложится, чтобы отдохнуть, и ему снится сон. И во сне он видит видение. В видении этом перед ним является лестница. И ангелы Божии восходят и не сходят по этой лестнице. Что же говорит Иисус? Поскольку ты уверовал, ты, увидел, ты увидишь ангелов Божьих восходящих и нисходящих на меня. Что видел Иаков? Яков видел лестницу, ступеньки. Слово «ангел», angel, «ангелос» означает «вестник». Единственное слово, которое не сходит с небес, исходит только по одной лестнице, только через Иисуса Христа. Есть только одно развитие, одно расширение с небес на землю и с земли на небеса. Только через Иисуса Христа. Есть только один путь, которым подлинное слово может попасть с небес на землю. Через эту лестницу, через Иисуса Христа. И есть лишь одна лестница, по которой мы можем зайти с земли на небеса. Через Иисуса Христа. Через Иисуса из Назарета. И мы задаемся вопросом, что же увидел Яков, когда лег отдохнуть в, 20, в 28 главе книги бытия, он увидел Иисуса. Какое обещание получает Нафанаил? Иисус говорит, потому что ты уверовал, ты уви увидишь то, что видел Иаков. тв семинарий благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвы и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Что говорит он нам? Он говорит, поскольку вы уверовали в то, что я говорю, и вы уверовали прежде, чем увидели, как на Да, это есть вера. Евреям 11.1. Вера ⁇ это когда мы ви верим в истину, прежде чем увидим ее в деле. Вера ⁇ когда мы веруем в истину, потому что мы доверяем тому, кто открывает нам эту истину, прежде чем он покажет нам, как действует эта истина. Вера ⁇ это когда мы доверяем нашему слуху, прежде чем мы доверимся глазу. Это не значит, что мы верим, но нет подтверждений, нет свидетельств. Должны же быть какие-то подтверждения свидетельства. И понимаете, Иисус ведь дал ему подтверждение, потому что Иисус заглянул в его сердце и сказал, что в его сердце. Иисус дал подтверждение, потому что показал, что видел его на Фанаила, когда тот был один. Я открываю эту книгу, я читаю Божье Слово, я вижу, что Писание говорит обо мне, что Бог говорит обо мне. Я понимаю, что Он видит меня, когда я один. Я понимаю, что Он знает мои даже самые глубокие мысли. Он может заглянуть в мое сердце. И поскольку Он видит мое прошлое, и поскольку Он видит мое сердце, я верю, что Он видит также и мое будущее. Поскольку Он сказал мне правду о невидимом в моем сердце, я верю, что Он говорит мне правду о невидимом в моем будущем. Поскольку Он открывает мне то, что знаю о своем прошлом только Я один, я верю, что Он открывает мне также то, что знает Он один о моем будущем. Не то что у меня нет подтверждений. Есть у меня подтверждения. Но штука в том, что он дает мне обещание о том, чего я пока еще не вижу. И мой вывод, его характер чистый, его характер благ, его слово совершенно. Поэтому я доверяю тому, что он говорит мне о моем будущем. И вот что это значит применительно к вашему будущему. Это значит, что однажды вы увидите то, что он обещал. Однажды, потому что вы доверились ему потому что вы верите Его свидетельству о вас самих. Однажды, потому что вы верите в Его обещание о будущем, вы увидите небеса открывшимися и увидите ангелов. Увидите Сына Человеческого, приходящего с ангелами в облаках славы. Вы это увидите. Однажды вера превратится в видимое. Однажды вера осуществится. Однажды вы будете рады, потому что вы приняли философию ученика. Потому что Иисус говорит, «Я увижу, и я верую до того, как принимаю, до того, как вижу». Иисус обещает, и это значит для верующего, что я уже владею. Если Иисус это обещает, то это уже у меня есть. Потому что если Иисус сказал, то я верю, я хожу в этой небесной реальности того, кем называет меня Иисус Христос, того, что есть у меня по слову Иисуса Христа в уверенности в будущем моем. Вот это люди, которые становятся учениками. Андрей, Иоанн, Симон Петр, Филипп, Нафанаил. Иисус вернулся из пустыни, описанной в Матфея 4 глава. Иисус направляется на брак в Кане Галилейской. 2 глава Иоанна. Он выходит из пустыни, он возвращается к реке своего крещения. Иоанн Креститель говорит, вот, вот агнец Божий, берущий на себя грех мира. Андрей, Иоанн начинают идти за Иисусом. Андрей говорит брату своему Симону Петру, они говорят Филиппу, Филипп говорит Нафанаилу. У Иисуса теперь пятеро учеников, которые идут, которые учатся, которые служат. Человек Иисус Христос, Господь Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира. Почему нам рассказана их история? Потому что она стала и нашей историей. И мы можем ожидать увидеть то, что они видели. Мы можем не сомневаться, потому что Иисус обещал. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.